Василия Островская. В книжном взял роман Островского. Как закалялась сталь. Произведение частично художественное, частично автобиография. На неделе прогулял урок географии. Вместо этого пошел похавать маки. Картофель фри с соусом из говна макаки. Один чизбургер, кока-кола. На ветке сидело два богомола. Иисус Христос был атеистом. Карл Маркс был советским говночистом. Не зря парень всю жизнь бомжевал. Теперь половина улиц страны названа в его честь. Извините, место не занято, можно с вами присесть. Разложил всю еду на столике, в переулке пристали алкоголики. Отыграл партийку в крестике, нолики. Поднял бабла, теперь хожу в стоники. Потешное шоу от Тамары. На днях курил ордынские сигары. На днях играл в детские игрушки. На дерево вешал птичьи кормушки. Рабочие спилили две березы. У меня в руках одни занозы. В мою голову переехало два паровоза. Один пассажирский, второй товарный. Машинист был пидорас коварный. Я взял на концерт билет барный. Егор Летов пел песни френдзоны. Организаторы гондоны. Гори, любимая школа. Меня ждет кока-кола со вкусом ванили. Будто ебло по асфальту возили. А потом в подвале закрыли. Иисуса Христоса фашисты убили. ФСБ России опубликовала список особо опасных террористов. Так вот, в их числе Салман Радуев, Шамиль Басаев, Руслан Гилаев, Ушат Мамоев, Улов Налимов, Рекорд Надоев, Отряд Ковбоев, Подрыв Устоев, Погром Евреев, Поджог Сараев, Захват Покоев, Исход Изгоев, Побег Злодеев, Обвал Забоев, Угон Харлеев, Удел Плебеев, Томас отходов, развод супругов, забег дебилов, парад уродов, вагон гондонов, отряд кретинов, улов кальмаров, рулон обоев, черед застоев, квартет гобоев, посуд злодеев, друган братанов, учет расходов, налог с доходов, разбор полетов, мешок лимонов, обед лемуров, карман пистонов, разгул гормонов, прыжок гиббонов, рожок патронов, разрез батонов, полет фазанов, удар морозов, майор допросов, пропал поносов, заплыв матросов, провал баянов, расстрел арабов, скачок моллюсков, поход гераклов, барак монголов, загон баранов, припой погонов, отряд маньяков, три дня запоев, облом пиндосов, курган отбросов, полно засосов, говно вопросов. Yeah.
сбежали дикие больные бегемоты. Старуха наложила порчу, как говна в толчок. В 9:03 прозвенел последний звонок. Тебя в лесу загрызет серый волк, ебалом щел. А демон отгрозит, дом убить, дурацом убить. Батя вышел из дома в магаз за пивом. Возвращаясь обратно, не смог найти квартиру. Так получилось, что он ее пропил. Неудивительно, ведь батя замодрил. Рядом с третьим озером ходит утка. Наелась травы с говном, теперь она дудка. Мне как-то говорили, что утки умеют летать. А я такой в ответ: нихуя себе, ебать. Как говорил мой дед, в чем сила, брат? А я ему отвечал: не брат ты мне дед. Если выпил хорошо, значит утром плохо. Если утром хорошо, значит выпил плохо. У помойки нашли обоссанную колоду карт. Решили на балконе сыграть партийку в очко. С балкона вдалеке виден дом клуба «Анжи». Нужна пластическая операция. Вчера, нажравшись просто в очко, я впервые посмотрел кинофильм «Деградация». Цех 85 стоит во дворе. 85 лет моей бабки, ёбаной по голове. Тихо в лесу не спит только БГ. Ведь знает БГ, что он Б и Г. Чем дальше ты залезаешь в астрал, тем больше начинаешь нести хуйню. Мой дед на даче грядки вспахал, а я хочу взорвать ТЦ Авеню. Глаз насмотрелся или наглазелся? Давайте сюда бабло, потому что тогда у меня будет бабло. Было бы неплохо, если бы мое лицо превратилось в бухло. Муж приходит с работы, и жена ему бабочку дарит. А он такой говорит: вот черт, только не бабочку. У меня в руках АК, я застрелю тебя слегка. На НГ мне подарили 10 тонн песка. Железную дорогу в Москве завалили ведрами KFC. В ресторане говорят: это вина бомжей. Местные жители жалуются, а рабочие РЖД где-то говно убирают. Сидим на хате, тянем пивондос, бухло кончается, вызываем подмогу. У меня к вам всего один вопрос: зачем рука отрезала мне ногу? Отрезала.
рукой, которая нас всех поубивает, как ты мог так со мной поступить? Задолбал. Голова болит. Каждый раз, как я оборачиваюсь, тут глаз, рука или еще что-нибудь. Как бы все нудный, когда бухой. Часа ночи, рядом с моим домом, два умственно отсталых закладку ищет с добом. Так ничего и не найдя, они ушли очень грустные. На ужин я ел макароны очень вкусные. На завтрак я выпил 100 парик, а через час скончался от того, что укусил комарик. Последнее время я сплю очень плохо, до 7 не засыпаю и просыпаюсь 10:40. Балтика 9 по скидке стоит 36 рублей, но деньги я потрачу на скотч или на клей, чтобы починить все то, что я сломал. Руки, ноги, ребра и мангал. Мы приготовили шашлык, и я улегся на кровать. По запаху волшебно, на вкус ебнуться не встать. В комнате перегорела лампочка, да пошла она нахуй. У меня нет времени, чтобы вкручивать новую. На площади у статуи Ильича ошивалась трехача, торговавших на своем у метро Василия Островская. Как же это все грустно. Йоу, это дис на тебя, лох. Лох, лох, лох. Лох. Внутри лох. Длинноволосый говнарь, ты панк, не ты лох. Понимаешь, я тебя уебал. Ты не понимаешь, куда ты попал. Ты живешь по-дольски, поэтому тебе пизда. Из этой дыры не выбраться никогда. Здесь писать рэп или быть говнарем и по жизни умирать, потому что длинноволосый говнарь. Ты нюхаешь пропан, потому что ты пропал. Сегодня ты здесь, а сегодня ты там. Сегодня ты пососал, ты всегда ебал. Я сосал, меня ебали, даже тебя отъебали. Мне похуй, тебе не похуй, понял? Прикол стоит дохуя, как мы мне это соси, мой дед. Получи вибляд. Лох. Я по улице шел, мне навстречу шла ты. Ты чуть не умерла от моей красоты. Я прекрасен как бог, слово ангел в раю. Но свою красоту миру я не дарю. Я голодный как гнида, ты сытый как Питер. Я сейчас пойду на кухню готовить жратву. Я возьму сковородку, разобью свое яйцо. Отвезут меня в травмпункт сломанным бедром. Там пролежать 3 месяца и сойду окончательно с ума. Начну нести бред, даже сейчас я брежу, потому что я несу бред. Мне не приносят в палату обед. На обед кормят супом с грибами, макаронами, вареными огурцами, морковкой, которая, блядь, морковка, анальная чертовка.
лук, ебаный пиздюк, говнюк. Я пожрал, охуел, наплевал и запел песню рая, песню цветов, песню садов хуев. Когда дурманом сладким веял от свиньи хуи, однажды вечером в любви признался ты. Я съел мороженое, оно мне понравилось, магнат называется. Отверткой я вам выколол глаза всем своим недоброжелателям, хейтерам для гаража. Йоу, диски идут вверх в продаже, индустрия. Я записываю все на микрофон, который стоил 250 рублей из магазина М-Видео. По скидке из Ашана я гитару купил. Вчера я пошел прокатиться в скейт-парк, отхуярила мне, блядь, пол ноги. Я хожу инвалид без ноги, и в принципе вся моя жизнь это безногое говно. Просвещения не происходит ничего хорошего, ничего светлого, ничего радостного, ничего неотвратительного, ничего того, что заставит чувствовать себя, по крайней мере, нормально и избавиться от желания отсюда сбежать. По утрам большое желание посрать. Вчера я отравился шаурмой, накормили меня какой-то говной. Я уже третий день из толчка не вылезаю. Гастарбайтер грязными руками заворачивает лаваш, который он достал из параши. А потом он же с криками «Аллах Акбар» взорвет вагон, в котором ты будешь ехать домой. Срыв бомба. Аллах Акбар. Я сосу бегу. И трассе суха. Сегодня вечером я решил пошататься по улице, подышать свежим воздухом и отдохнуть от всего этого дерьма, происходящего в рамках четырехстенной картонной коробки. Но первый же встречный пырнул меня ножом в живот и убежал с места преступления. Я еле-еле стою на коленях, мой взгляд направлен на закат цвета мороженого Бон-Пари. В глазах темнеет, я теряю сознание. Надеюсь, это просто кино, а не реальность. Ничего светлого, ничего радостного, ничего неотвратительного, ничего того, что заставит чувствовать себя, по крайней мере, нормально и избавиться от желания отсюда сбежать. По утрам большое желание посрать. Вчера я отравился шаурмой, накормили меня какой-то говной. Я уже третий день из толчка не вылезаю. Гастарбайтер грязными руками заворачивает лаваш, который он достал из параши. А потом он же с криками «Аллах Акбар» взорвет вагон, в котором ты будешь ехать домой. Срыв бомба. Аллах Акбар. Я сосу бегу. И трассе суха.
Сегодня вечером я решил пошататься по улице, подышать свежим воздухом и отдохнуть от всего этого дерьма, происходящего в рамках четырехстенной картонной коробки. Но первый же встречный пырнул меня ножом в живот и убежал с места преступления. Я еле-еле стою на коленях, мой взгляд направлен на закат цвета мороженого Бон-Пари. В глазах темнеет, я теряю сознание. Надеюсь, это просто кино, а не реальность. Не думаю, что это надолго. На улице Герцена, в гастрономии номер 22, известный экономист по призванию своему, библиотекарь, в народе колхозник, в магазине продавец. В экономике, так сказать, необходим, это, так сказать, система, в составе 120 единиц. Фотографируете Мурманский полуостров, получаете телефонкин, и бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотекаря, потому что не воздух будет, академик будет. Можно сфотографировать Мурманский полуостров, можно стать воздушным массом, можно стать воздушной планетой. Ты будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. Значит, на пользу физики пойдет еще одна планета, величина, оторванная в область дипломатии. Дает свои колебания на всю дипломатию. Илья Муромец дает колебания только на свою семью. Спички в библиотеке работают, в кинохронику уходят и зажигают кинохроники большой лист. В библиотеке маленький лист разжигают. Огонь будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий. А крепкий учебник будет весомее, чем гастроном на улице Герцена. А на улице Герцена будет расщепленный учебник. Когда учебник пойдет, проходи через улицу Герцена, через гастроном номер 22 и замещаться по формуле экономического единства. Вот в магазине 22. Она смотрит расщепиться, экономика на экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли. Так что в сторону двинется вся экономика, библиотека двинется в сторону 120 единиц, которые будут предмет укладывать на предмет. 120 единиц предмет, это физика. Электрическая лампочка горит от 120 кирпичей, потому что структура, так сказать, похожа у нее на кирпич. Илья Муромец работает на стадионе «Динамо», Илья Муромец работает у себя дома. Вот она, конкретная дипломатия. Открытая дипломатия то же самое. Мы берем телевизор, вставляем Мурманский полуостров, накручиваем там все время черный хлеб. Так что же Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, будет вырастать из этого? Oh, my God.
Вот уже как 2 года я ежедневно по утрам ем синтезаторы Роланд, такие вкусные, там с органчиком и встроенной ударной партией, где можно там настраивать, типа, там можно кик и снейр, можно там еще хай-хетов, короче, ебануть. Вообще потрясающая тема. Но там всякие там тембры хорошие, там вот. Можно там по скорости менять еще всю эту тему, вот. Регулировать звук, вот такая тема. А вода, кстати, мне не нравится, она хоть и не пыльная, как вот у Сани, например, дома, вот он всегда, вот когда к нему приходит, поет всех водой с пылью, тут вода, короче, вот у меня хуйня, ее пить просто, блядь, неприятно, у тебя как будто в рот насали кроты, блядь, еще какие-то нахуй-то животные, кошачья моча из лотка вот такая. Прекрасное далекое, ебут меня жестоко, ебут меня жестоко, жестоко ебут. Сперма из протока течет мне прямо водка. Я мастер говнорэпа. Вот, кстати, весь этот рэп, который, блять, вы слушаете там, все вот это вот хуйню, вот то, что сейчас слушаете, блять, то, что вся хуйня, типа там андерграунд, ебать, вся вот эта залупа. Это на самом деле для долбоебов такая хуйня полнейшая, блять. Я не знаю, отсталые, что это, блять, слушайте. Но я тоже, блять, на самом деле говноед, я вот тут, сука, со ветерком нахуй записываю фиты, блять. Сам КМБ-пакет слушаю всю хуйню, вот. Но я, в принципе, тоже дегрот ебаный. Просто, блядь, поехавший человек, нахуй, с катушек в свои 42 года, блядь, я поехал. Вот. Я не знаю, что сказать, вот тут уже трек заканчивается. Все, всем пока, давайте. И не ждите от меня больше альбомов, вот, блядь, где я читаю какую-то хуйню, потому что это пиздец, я ёбнусь. Законы наплевать.
пиво попивать. С дедом буду я плясать, дед же будем напевать. И на пятый день веселья наконец-то понимать, что сейчас я сяду на твое лицо. Ты не захочешь, чтобы я вставал с него. Меня, чтобы я сидел на нем всегда. Я бы жёг все стулья в мире, чтобы сел ты на мое лицо. Тебя.
товарищи. Один джентльменс. Сейчас перед вами выступит никому неизвестная группа феназепам, отцы русского андеграунда. Now on, I know of group феназепам, the fathers of the underground of the Russian Federation, will perform in front of you. Ребята читают о тачках, тёлках и о жизни в Сибири. The guys read about cows, cafes and life in Siberia. Пиздёж в их песнях не собрал никакой популярности. The bullshit in the song didn't garner any popularity. Феназепам. Феназепам. Федрона. После покупки хватило на два дрона. А их с пистолетов приедет с концертом. Буду новым я, его с клиентом. Все было хорошо, пока не пошел в туалет. Видимо, опять я нарушил этикет. Пришел мент, отобрал сигарету кент. Поставил на учет, вот же беден дом. В России держу я, строгая крепца. Жаль, пидюлям нет иммунитета. Больше зов от майстров были подогреты. Вот незадача, лопнули шпингалеты. Мой лучший друг продавец метафона. После покупки хватило на два стропона. На сдачу магнитик, куплю псилоцин. Скушаю я гриб, восстановлю я сил. Я клоно не хуй, живу как хочу. У меня нету цели, я просто...
визионер. Больше не слушаю шутов и королей, но я тоже тупой, как орангутанг. За это часто получаю пизделей. Морали этой песни, живи как хочешь. Запей на мне не быдло, они все стадо. Ко всему относись, ты с похуизмом. У тебя все получится, я это знаю. Считала, что грудинец запретит пенсию. До собеса из села 2 дня ехала. Вчера по телевизору передачу смотрела. Там говорили, что водка – это одно здоровье. Что сейчас модно у наших звезд? Наркоманы целыми днями валяются в подъезде. Внучка пришла ко мне и вынесла чайник с плитой. Купила на рынке у парня на улице рассаду помидоров, а вырос раздолбай. Рылась сегодня у себя в аптечке, а мне уже ничего не поможет. Эх, при Сталине было плохо, хоть сейчас Путин и вся надежда наша. Жизнь опустила нас на дно. Не перестану слушать я одно.
Включи скорее песню «Ты кино». Жизнь стала хуже, но все еще смешно. Хочу поскорее прыгнуть я в окно. Как теперь несись на героин? Друг, подскажи, заказал я спилоцин. Открыл ящик англицин. Жизнь заебала, держит дофамин. Да вообще у всей вот этой шульской тусовки и вот этих вот знакомых, у них у всех проблемы с головой, чувак. Спичи, триггер, фингер, мингас, я под этот минус двинусь, я под этот минус вырос, я до трава, черри рис. Спичи, триггер, фингер, мингас, спичи, триггер, фингер, мингас, я под этот минус двинусь, я до трава, черри рис. Спичи, триггер, фингер, мингас, я под этот минус вырос, я под этот минус двинусь, я до трава, черри рис. Спичи, триггер, фингер, мингас, я под этот минус вырос, я под этот минус двинусь, я до трава. Другие мечтают, да мечтались до печали. Пока ты был в астрале, Эдвард, на тебя насрали. Мы очень злые зрители, и чтобы там не обсуждали. Нас не любят массиву в большом и малом зале. Тараканы лезут в краны, как верблюды в караваны. От расстройства психики три шага до нирваны. Твои планы не входили в мои планы. Хилл. На микрофоне МС ХЗ. Да. Да. Я ненавижу рэп, потому что я не умею его петь. Осень. Разорвался ядерный гриб. Порой единственный смех сменяется на крик, бери на круг, строитель всяческих любовных интриг. Пока ты к девочкам рип, я ловил бэтрик. Трубат убит, мудак убит, этот бит вам грубит. Много музыки пиздит, пердит, воняет и фонит. Срок годности давно истек, катай заявку. Вообще пит, кастрированный тип, я цене потеребил. Не хватало тонуса, лед под ногами тронулся. Твой рот водой заполнился, пока бы ты опомнился. Видел счастье много раз, ни разу не дотронулся. И я забуду этот день, да так, чтобы он запомнился. Многие мечтают, да мечтались до печали. Пока ты был в Австралии, Эдвард, мы тебя насрали. Мы очень злые зрители, и что бы там ни обсуждали, нас не будет матью в большом и малом зале. Тараканы, как верблюды в караваны. От расстройства психики три шага до нирваны. Твои планы на неделю не входили в мои планы. Ежедневник пунктуален, заживляет раны. Без подписи, без дат, но доклад вроде пиздат. Развернись на 360 и убеги назад. Каринда, Рико, не кривые, эти дни про все узнали. Качели колыхались, но качели не кончали. Сука, заебал меня этот рэп, ёб.
французском кухне. Real Deluxe. Сус Чураско, ёпта! Thank you.
Ага.